Обильные снегопады прошли в подмосковном регионе. В Химках улицы требуют уборки. Заместитель главы администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Виталий Турчининов проверил городские дороги и дворы. Недочеты есть. Представители территориальных управлений получили задание решить вопросы с заносом парковочных карманов и уборкой дворов. Основные моменты, это, естественно, связано с уборкой снега у нас. Вот. Дворовую территорию мы посмотрели, у нас в работе все. Значит, устраняется, все будет сделано. Там были даны замечания по кровлям, поставлены сроки. Все недочеты взяли на карандаш. Проблемы обещают устранить в течение 3 суток.